поле спят мотыльки. Уж свернутся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Боже, от боли его защити. Oh.
Путик не спит, и в окно все глядит. Тоже от пули его защитит. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.
пошла. Ну, все, все, все. Не любишь серебро, да? Странно. Шевелись, плотва.
быстрее. Пошла. Шевелись, плотва.
Это место силы. Отсюда изменяется мать. Покончим с этим!
место силы. Что, паскуда? Торопись. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Место силы. Отсюда изливается магия. Thank you.
гнездо Гули. Надо его уничтожить. Эн медете. Эсто атаэсен Новиград. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Это правда? Вы шпионить или по делу? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Сделай для меня одну вещицу. Бывай. Вы шпион.
Бывай. Вы шпионить? Бывай. Вы шпион? Покажи мне. Бывай. Варвары. Эсвевари. Торпаль эркерит эсма. Керит? Сталин кер. Нестен кафака. Эрвиглан. Ты слышал о бригаде в Риге? Такие, как ты, там служили. Нет.
женщины севера моются раз в три месяца. Вперед, Плотва! Это правда? Плотва, не так быстро! Шевелись, Плотва! Отдохни. Бежим! Да? У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Будь здорова. Thank you.
дедушка говорит. Дождик! Ты убил чудище, что ело людей. Куча разверзлась. Дождик! Пощады! Теперь помедленнее. Живее, мужики! Живее!
Шевелись, плотва. Но! Магия — это место силы. Ну, все. В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.